звати Ірина. Мене Юрій. Ми з Миколаєва і займаємось хто чим. Я займаюся хазяйством на фірмі на одній, так, адміністративними ділами. Ну, а я довге время була журналістом, зараз немножко міняю свою діяльність. Планирую вот в ближайшее время начать преподавать теперь уже журналистику. Мы были шафером и дружкой на свадьбе у своих друзей. В принципе, в этот день мы первый раз друг с другом и поздоровались, да. И начали общаться. Да. Ну и вот с этого дня так все, 30 лет уже мы вместе. Говорить правду, нет? Я не знаю тоже. Ну, как скажешь. Время было тяжелое. Ну да, достаточно. Мы были молодые были совсем. Молодые и дурные. И Юра мне говорит, расскажу, да? Расскажи, и он мне говорит, да. Жалко, что я не могу на тебе жениться. Я говорю, почему? Он говорит, потому что у меня нет денег. Мне 18, ему 21. 89-й год. Мне тогда в голову вообще не приходило, какие-то могут быть деньги вообще в таком возрасте. Я говорю, тоже мне повод не жениться. Мы и много. Путешествовать любим, и вместе любим принимать гостей, и вместе любим очень многие вещи. Это как бы основа, мне кажется, вообще нашей семьи, да, вот ее как бы крепости, такой гармонии и интереса, это в том, что что-то должно происходить, да, то есть должно быть какое-то движение вперед. Поэтому у нас периодически появляются какие-то совместные интересы, совместные увлечения, какая-то совместная деятельность. Последнее время у нас вот социальные танцы, это сальса, и последнее время мы очень увлеклись путешествиями, поэтому общие интересы есть. Да, и все вдвоем просто, поэтому вот так вот и живем долго вместе. Ну, бывают конфликты, но мы не доводим их до абсурда. Бывают бытовая жизнь. Ну, такие вспышки скорее, да? То есть таких каких-то, прямо глубоких конфликтов, какой-то такой прям вот обиды, да? До такого не доходит. Может кто-то психануть, что-то сказать там. Первые 10 лет даже как-то обижались. А, вообще. Не ссорятся друг с другом. Как все ссорятся, мы не ссоримся. Что такое? Я, например, считаю, что семья, да, вот любовь – это важно, но семья – это все-таки команда такая. Как в любой команде, кто в чем эффективен, тот тем и должен заниматься. Вот у кого что лучше получается, тот пусть это и делает. Поэтому если есть семья, где готовят мужчины, и ради бога, да. Если у нас это мне там по душе, и у меня это получится быстрее, ну что будет там морочить себе голову? Ну да, и не нужно заставлять мужа складывать носки в шкафу, если у него от этого руки чешутся. А я, слава богу, не заморачиваюсь, если сломался кран. Поэтому, да. Как-то так это все. Ну, каждый может друг другу, если нужно, помочь. То есть, если надо, Юра вымоет посуду и пол без проблем. И я выйду там во двор, что-то ему там помогу вскопать. Ну, не часто. Любимый цвет моей жены раньше всегда был зеленый. Последнее время я как-то не задавался такой целью, хотя все цвета яркие. Фиолетовые она не любит, это я знаю точно. Ну вот у меня их два, красный и зеленый, но я решила написать красный, хотя зеленый тоже да. Одежда у нее вся зеленая. По-моему, 12 апреля. Подумай. Ну, апрель точно. Или 9 апреля. Ну, не знаю, считают ли это спортом. Вот мы говорили, что увлеклись сальсой, социальными танцами. Вот Юра просто теперь фанат. Но мы еще и в спортзал теперь ходим, так что все есть. Все правильно. Не знаю, я правда. Не помню вообще ни одного подарка. Мы как-то, да, не сильно. Нет, мы просто как-то этот вопрос не зацикливаемся. Мы можем на день рождения друг другу подарить поцелуй, а в обычный день что-нибудь притащить такое. Мы не зацикливаемся, поэтому и живем 30 лет вместе. А сейчас уже можем вообще договориться. Да, давай лучше поедем куда-то или еще. Никогда так серьезно шубу не просила, так что прям или шуба, или я пошла к маме шить. Да ну. Любить надо просто друг друга изначально, вот сразу, как вот влюбился, да, и признался в любви, и приняли решение жить вместе. И просто все это время любовь, она самое главное, она движущая сила здесь.
Мы не представляем себя друг без друга. Действительно, иногда даже мешают какие-то родственники, хотя вроде это большая семья. Нам хочется всегда быть вместе. Мы хотим всегда быть вдвоем, вместе, и я не представляю себе жизни без Иры, например. Я хочу сказать, что на самом деле, да, 30 лет, в это сложно поверить, у нас уже взрослые дети. И, ну, правда, вот молодым, может быть, парам, да, стоит помнить о том, что дети – это очень важно. И это, безусловно, в определенный момент – это то, вокруг чего семья крутится, да. И очень важно в этот период не забыть друг о друге, потому что дети вырастают. И вдруг оказывается, что, а все, больше, ну, ничто не объединяет, и нечем, как бы, наполнить жизнь друг друга. И тут очень важно иметь общие интересы, общие какие-то еще устремления и, конечно, сохранить любовь, безусловно. Она как фундамент. То есть без нее очень было бы сложно, наверное, пережить все, что у нас происходит.